Добрый день, друзья! Не могу не поделиться с вами радостной новостью. Уже сколько лет я мучаюсь, пытаясь в машине как-то разумно пристроить свой мобильник прямо перед собой, чтобы было удобно им пользоваться во время движения. И до сих пор терпел в этом деле фиаско. Фиаско? Окей. Я о держателях телефона в машине. Как вы знаете, большинство таких держателей крепятся либо на присосках, либо на какую-нибудь клеевую основу. И, но рано или поздно это обязательно случается, как бы вы этот держатель, казалось бы, хорошо, надежно не приклеили, он обязательно отвалится вместе с телефоном, как правило, в самый неподходящий момент, иной раз создавая аварийную ситуацию, когда вы инстинктивно бросаете руль и хватаете телефон. Ну вот, наконец-то настал тот момент, когда я могу с уверенностью сказать, что мои мучения закончились. Па-бам! Встречайте, держатель телефона от фирмы Depo Mage Air 3. Как видите, в этом держателе применен совершенно другой принцип крепления. Ничего общего с ненадежным клеем. Чисто механическая зацепка с помощью металлического крючка. Вставляем этот крючок в вентиляционную решетку, зацепляем его за одну из пластин этой решетки и притягиваем до упора с помощью крутилки. Все. Гениально, просто и никуда не денется. В моем конкретном случае я использую вариант крепления телефона к держателю с помощью двух магнитов. Один в виде диска на моем телефоне, а другой непосредственно в держателе. Как видите, у меня далеко не самый маленький вариант мобильника Samsung Note 9, но держится в держателе Depo он весьма надежно. Уже несколько месяцев езжу, и горя не знаю. Но я точно знаю, что есть такого же рода держатели, но с другими видами крепления. На вкус и цвет, конечно, все фломастеры разные, но, на мой взгляд, такого рода крепление с помощью магнитов самое удобное, потому что не приходится привлекать вторую руку к процессу. Раз и все. Так что с удовольствием рекомендую автомобильный держатель Depo Mage Air 3 всем господам автомобилистам.